Всех любителей Mortal Kombat Mobile горячо приветствую, с вами, как всегда, по Let's Play. И наверняка всех игроков МК Mobile интересующий вопрос, как же достать Люкана, того самого, которого недавно добавили, бесплатно на свою коллекцию или же без доната, или же без взлома, ну... Как хотите, можете назвать, ребят. Если вы хотите узнать, ребят, то прямо сейчас переподписывайтесь, если вы подписаны. Если вы еще не подписаны, то обязательно прямо сейчас подписывайтесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать другие новые мои годные ролики, и заранее поставьте лайк. Тогда мы начинаем сразу после рекламы. Перед началом ролика хочу посоветовать самый лучший сервис магазин игровой валюты The Apo MK Shop. Только здесь вы можете приобрести души, монеты, таланты, крутые аккаунты прохождения башни не только для Android и на iOS. Обратитесь от меня с промокодом APO505 и получите за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Ссылка будет в описании. Итак, как же добавить на свою коллекцию Люкана бесплатно навсегда официально? Ответ прост. Наверняка вы все помните наборы, которые недавно нам после обновления 3.3 разработчики нам подарили бесплатно. Это был алмазный набор с персонажем, то есть 100% алмазный персонаж, потом золотой персонаж. Потом набор снаряжения, потом 1000 душ. Это было бесплатно. То есть, давайте подробнее поговорим об этом наборе, который выпадал алмазный персонаж. То есть, в этом наборе вы можете рандомно достать любого персонажа. Я даже знаю тех, кто добавил на свою коллекцию с помощью этих наборов. МК-11 Нуба Сайбота, Шансуна, то есть Скорпиона МК-11 и много-много других персонажей. И, кроме того, ребят, они добавили на свою коллекцию Люкана нового, ребят, который стоит за донат. Вот, реально я сейчас за него играю, то есть этот аккаунт мне подарил подписчик, и он объяснил, откуда он получил, потому что я... Как говорится, чекнул его коллекцию, там нету того, что мог бы намекать на донат. То есть, ребят, аккаунт новичка, и реально он получил из набора бесплатного, который нам дали разработчики. То есть, для того, чтобы добавить Люкана на свою коллекцию, вы должны скачать какой-то параллельный, как говорится, пространство, ну там параллел space, не знаю у кого какой сработает, Virtual Exploded и так далее, и так далее. И в общем, ребят, в этом приложении вы можете создать несколько аккаунтов сразу Mortal Kombat Mobile и не только. У нас сегодня речь об Mortal Kombat Mobile, поэтому я вам даю инструкцию. Вы должны скачать параллельные пространства, далее несколько добавите Mortal Kombat Mobile игру и проходите путь новичка, то есть в этих аккаунтах, и вам дают бесплатные подарки, опять и опять будут давать, ребят. И из этих наборов вы можете получить до тех пор, пока не достанете того самого персонажа, которого вы ищете. Но нету такой гарантии, что Люкан вам за раз, короче, как говорится, с первого пака выпадет. Ну, там надо постараться. И этот мой подписчик, который мне подарил этот аккаунт, он стал реально везунчиком. И с первого набора он достал. И вот вам инструкция, по сути, для вас старался Apo Let's Play. Не забудьте мой труд оценить лайком, подпиской на канал и репостом и комментарием. Всем до скорых встреч!